Доброе утро. Программа наша продолжается, как, собственно, и продолжается показ сюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны. Напомню, что областное телевидение проводит акцию «Мой дед фронтовик». Вы уже смогли видеть несколько историй семей из Свердловской области, но, как все мы знаем, война затронула всю нашу великую и необъятную страну. И сегодня мы узнаем историю семьи Гавриных из Ханты-Мансийска, подготовленную нашими коллегами СТП «Контент». Николай Семенович Гаврин служил командиром пулеметного взвода. Получил ранение под Кривым Рогом. Но пусть о его судьбе, о его истории нам поведает его дочка. И папа, и мама мои, они участвовали в Великой Отечественной войне. Папа, Гаврин Николай Семенович, родился 18 мая 1925 года. В Ханты-Мансийске он заканчивает семилетку, первую школу заканчивал. После семилетки он отправляется работать на электростанцию простым монтером. Когда началась война, ему еще не было 18 лет, поэтому, естественно, его в 41 году не взяли в армию. В 43 году его призывают. Очень краткие курсы пулеметчиков. И был отправлен командиром пулеметного взвода под Кривой Рог. Кривым Рогом тогда шли очень серьезные бои, тяжелые бои, кровопролитные. Как он говорил, одна атака, пол расчета нет. А в 44 феврале его уже очень тяжело ранило. Осколок попал в кость, и поэтому, конечно, постоянно болела рана. После окончания, вернее, он был признан негодным к службе в армии, вернулся в Ханты-Мансийск. Работал сначала монтером, закончил 10 классов вечерней школы, партийную школу, тогда такие школы были партийные, вот, там готовили руководителей. Стал руководителем, директором электростанции, ну а после был зампредседателя горосполкома. Первая дорога, шоссейная наша, асфальтированная, это была его гордость. Посмотреть все истории нашего проекта «Мой дед фронтовик» вы можете на сайте областного телевидения. Ознакомиться с самыми последними новостями мы вам предлагаем прямо сейчас в программе «События».